власть и стабильность в обществе во многом зависят от этой повседневной и напряженной деятельности, о которой зачастую нельзя рассказать даже близким людям. И награды не всегда можно одеть. Как говорится, без права на славу. Глава государства отметил, мы действительно вынуждены стоять, как Брестская крепость. Большой видится на расстоянии. Пройдет время, люди, прежде всего молодежь, оценят эти дни и эти события. Ну а сегодня мы переворачиваем очередную страницу нашей истории, нашей жизни, нашей памяти. Символично также, что наше мероприятие проходит именно сегодня, в день 144-летия со дня рождения выдающегося государственного общественного деятеля, одного из создателей и первого руководителя Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликса Эдмундовича Дзержинского. Позвольте выразить слова благодарности от лица руководства Института национальной безопасности за ваше отношение к этому мероприятию, его неформальный характер и искреннее желание почтить память лиц, которые отдали свою жизнь за нашу страну.